24 октября. Вот такая репка наросла. Остальное килой заболело. И просто съели. Вот так разделилось. Большая-то репина, так вообще как лепесток раздвинулась. Начинаю посадку чеснока. На эту же грядку буду садить. Отходы эти, ботва перекрученная. Все сюда буду закапывать и буду садить. Увидела наконец-то, бля. Лебеди, да. Четверо крупных, а четверо маленьких, да? Ага. Домой, домой. Скорее не домой, а на юг. Не на юг, не домой, а на юг. На зимовку? На зимовку, да. Дом у них здесь. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Ай, как плохо-то. Родина там, где твое гнездо. А не там, где ты обитаешь временно. Да. Так же и у людей. Сколько не мотаются, потом все равно на родину возвращаются. Да. А то что так и есть? И деньги, и все заработают, а жизни нет никакой. Одна тоска. Как говорят, ностальжи. Посадила чесночок. Сега-то у меня чеснока плохо получилось, так что с чесноком посадила вот здесь свой. А здесь меня угостили. Здесь дала Наташа. А здесь дала Люда. Вот по палочкам. Первый мой, Наташа и Люда. 25 октября. 2022 год. Утро. 8 часов утра. Сегодня был заморозок. Деревья уже все листики сбросили. Одна облепиха осталась. Айва еще не сбросила. Вот еще и яблоня тоже плохо приготовилась. Надо калием подкормить. Ну и чего? Я тебе семечек там насыпала, иди. Да. Ну, ну садись. Сядешь? Ага, пустая рука, да? Не буду. Так, сейчас посмотрим в теплице, сколько у нас градусов. И сливу тоже надо подкормить. Так, минус 4 градуса.
Белые закончились? Сейчас тебе дам. Все, снова закончились. Ты уже и в кулек? Вот одна семья, 4 штуки. Мама с папой, видно, научили их, они не боятся. Начальник прилетел. Сейчас, говорит, разбор полетов будет. Как это тут, говорит, без меня, говорит, чего-то тут. Вот интеллигенция, это еще одной лапкой встать надо. Чай больше не будет. Двадцать октября 2022 год. Сегодня погода прекрасная. Так, сколько у нас там? Время 12:00. Сколько у нас там? 1+. Вова сделал горбылики для грядок. Да, Вова? Да. Корву набиваем ящик для компоста.
закидываем. Пол ящика я земли убрала, пол ящика будем корой закидывать. Да? Будем манипуляцию делать. Полностью, наверное, не получится набить, да? Придется потом это самое, землю на эту перекидывать, а туда забивать остатки. Кучу надо будет сделать из коры. Ничего не получится. Полностью, только говорю, кору, корой не забить. Ну, кучу надо вот отдельно потом на весну оставить. Ну, давай. Вот досочки будем, грядочки делать. Дальше окаймлять. Нашу болотину облагораживать. Да-да. Малина все еще висит. Потихоньку птички едят. Обклевывают потихоньку. Они, наверное, мороженое ее едят, что ли? Ну что, собрать ее на варенье или оставить птичкам? Малину-то? Да. Так они, я не знаю, как хочешь. Можешь собрать. Ну ладно. Так, чем я занимаюсь? Здесь у меня посажен был девисил. Вот в этом месте. Да, да, сейчас тебе семечку дам. Ну ты на меня-то не садись. Вот здесь у меня был девисил посажен. Вот я его выкопала. Помою. Корешки буду сушить. Буду сушить и настойку на водке делать для здоровья. Вот намыла корешки, подвяли их немножко, да? Ты со мной согласна? Согласна, да? Ага, сейчас семечку дам тебе. Сейчас дам семечку. Вот так вот. Подвяли немножко, потом на кусочки нарежу. И буду настойку делать и для отваров сушить. Ну, тебе тоже интересно, да? Да, вижу, что тебе интересно. Сейчас семечек дам. October 28, 2022. Октябрьский лес. Пошли искать поваленную елку для лапника. Сломанную. День сегодня пасмурный. Ну, на улице тепло, 0 градусов, плюс 1. Пошли к рыженькому. Вот сколько деревьев опять наваляло, вой. Ветра были сильные, а у них внутри гнилье, вот и ломает их. Птички поют. Вот у нас Дашенька и Рыжик тут. Она прямо в елку вросла, да? Да, береза с елкой срослась.
вместе срослись. О, здесь-то он тоже, смотри, видно, она как ее отжимает от себя. Да. Ты думаешь, срослись? Срослись. Просто рядом, может? Нет, срослись. Видно же, что срощен. Прямо срощен. Ну, здесь так вот рядом. А здесь срощен. Если вот руку сунь, увидишь, что там промежутка никакого нет. Да промежутка-то нет, но карак-каре. Карак-каре срослась и все. Рядом просто? Нет, не рядом. Нет. Ну вот попробуй, вот пошевели пальцем там. Залезь пальцем и потрогай. Они срощены. Ну просто кора к коре близко. Ну да, так естественно, они сползлись вместе. Нарост у нее и у нее нарост. И образовали срощенность. Хотя разные деревья. А ты здесь тоже с ними? Ты там не наступит? Здесь кап. Вот такие вот фокусы такие. На березе кап вырос. Вот такая. Высокие деревья. Судьба их вместе расти. Нашли елочку сломанную, макушка еще живая была, нарвали немножко лапника. Вова! А, улетели. Темновато еще снег. Сегодня. Не знаю, там никого не вижу. Ну, они спрятались.
потрошить, потрошить. Темно, наверное, не видно будет. Разобрались за фишки. Ну, не все, говорит, кормежка есть. Нормально. Шишек много. Дятел прилетел, что-то. Еще и дятел прилетел. Конкуренция. Хороший, хороший. Где? Куда спрятались? Ест? Ест. Не, мутно будет. Все, ушел. 28 октября, 22 год. Время 10 часов утра. Погода, температурка, плюс 1 градус. Ну, сейчас подожди там. Ну, сейчас. Ну, уже и так. Виноград потихоньку подготавливается, листики скидывает. Стебельки начали темнеть, коричневеть. Потом я это ведро вытащу. Там, который корень нарос, обрежу. В кулек и в погреб зимовать. Но сейчас я буду еще его обрабатывать медным купоросом. Установили с Володей рабочее место мое на весну. Мешки с песком пока здесь и стоят. Целлофан постелю и все туда уберу с прохода. Потому что весной здесь в проходе у меня немного воды есть. Хотя, конечно, мы Сигат опилку подсыпали, но не знаю. Посмотрим. У него там трубы закопаны. Лучше нельзя тоже делать. Надо примерно в уровень труб, чтобы вода эта в трубы закопанные не попала. Премудрости такие. Яблоньки чудные. Вот тут тоже дожди начались, дала побеги. Да все вымерзнет. И брат чуд. Вот буду сегодня лапником их закрывать. Потому что у них стебельки еще тонкие, не с два пальца. Потому их надо укрывать от морозобоин, от солнца весной, чтобы стебли не лопнули. Да? Ты со мной согласна? Согласна, да? Вот видишь, побеги как плохо приготовились. Листья еще не скинули.
У Чудной и брат Чуд. Голубики прикопала. Вот бонус голубика и Blue Gold. А это сирень. Три кустика, которые у меня были в прикопе. Здесь вишни. Вот здесь вишенки тоже. В прикопе как бы. Не в прикопе, а посадка сделана. Значит, если будут, примутся. Буду пересаживать на место их. А если нет, значит нет. Значит, судьба такая. Так, тут ипуч. Да, ипуч. Черешня. Любская сенец. И... уже не посмотреть. Ладно, потом. Вишня, по-моему, черная, крупная, как-то так называется.